На березі Азовського моря на пляжі Піщаний о 9 ранку люди розпочинають ранкову розминку. Такий комплекс вправ називають «Сурья Намаскар», що в перекладі санскриту означає «привітання сонцю». Становимося на носочки, витягуємося, п'ятки обов'язково в місці. Лопатки опускаємо вниз, шию не зажимаємо. На відкрите тренування прийшла маріупольчанка Тетяна Братішко. Это то, что очень заряжает и наполняет меня изнутри. То есть, когда я выполняю какую-то практику йоги, потом такое прекрасное состояние наполненности где-то и расслабленности. Существуют разные практики йоги, да, то есть какие-то более растягивают, расслабляют, какие-то больше включают. И всегда можно подобрать для себя подходящее. Я люблю пробовать все новое, интересное и... Решила попробовать занятия на свежем воздухе. Это прежде всего очень интересно. В зале я пробовала занятия йогой, а на воздухе нет. Мне вот именно это хотелось ощутить тело на солнце и на море. Демонструє асани йоги, тобто пози, інструктор Української федерації йоги Тимур Шевчук. Сьогодні на тренуванні показує базові вправи. Йогою чоловік займається з 2007 року. Суть-то не в том, чтобы человек как-то дальше закинул ногу за голову или как-то особенно сильно завязал ноги в узел. Люди разные по своей структуре. Кто-то крупный, там, кто-то худой, кто-то гибкий в суставах, кто-то не гибкий. Йога – это об эмоциях. То есть человек занимается своими эмоциями, своей психикой. Посредством физических упражнений он к ним подходит. Ну, в общем, когда мучаешься, стоишь, какой-то асан не получается, понятно, что какие-то лезут эмоции. Вот с ними надо и работать. За словами Тимура Шевчука, відкрите заняття влаштували для всіх охочих безкоштовно. З собою люди мали взяти тільки килимок та воду. Провели тренування до Міжнародного дня йоги, який у світі відзначають щороку 21 червня. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.